Iron Fish. Сила наполегливості, зважена розсудливість, стійкість до випробувань, невичерпна міць. Турнір Iron Fish. Сила, розсудливість, стійкість, міць. Генеральний спонсор турніру Iron Fish – Явора. Нова ультрам'яка. Крапля чистого листа. У п'ятницю 17 липня на відкриття етапу прибули 32 команди, які за результатами жеребкування розташувалися по наступним секторам та зонам. Спонсор зони А – компанія Zemex, Hightech, Два Кабана, Айдар Фіш, Карп Метод, Амур Рівне, Grand & Co, Стара Ондатра, Arctic Fox, Carp Classic Dnieper, CNR Fishing, Family. Зона Б. Спонсор зони Trapper Україна, Два Карася, Fishbones, Garage, Sound Squid, HiQFF Team, Fishing Time, Аси, Трофей, Е95, Carp Mix Dominant. Зона С. Спонсор зони С – інтернет-магазин Carp Elite, Carp Cool, Carp Star, Pelican, Куку, Geofish, Barracuda, Hydrobug FT, Great Fishing RV, Trapper Adrenaline, Хмельницькі линки, Feeder Strike. Другий день змагань видався теплим та сонячним, проте не надто спекотним. Друге планове зважування, яке розпочалося о 18:00, як і очікувалося, внесло суттєві зміни у розташування команд у таблиці етапу. Зона А. Денні результати по обох берегах зони значно відрізняються від минулої ночі. Половина команд подвоїли свої результати, тоді як зона Б та С здали на зважування на порядок менше риби. У лідери зони А виходить команда Carp Classic Dnieper, яка зважила за день 240 кілограмів та загалом записала в таблицю 38 риб загальною вагою 331 кілограм 20 грамів, що є найкращим результатом по водоймі. На друге місце виходить команда Arctic Fox із результатом 34 риби, 289 кілограмів, 740 грамів. Лідер минулого зважування команда Hightech залишає за собою третє місце із результатом 33 риби, 270 кілограмів, 820 грамів. Спонсор зони А – компанія Zemex. Всем привет, друзья! Вас приветствует команда Carp Classic Dnieper. Сергей Денисенко, Александр Черешков и Гавриков Андрей. Четвертый этап, Марьевка. Хороший сектор, 2А, новый сектор, красивый сектор. Ну и, конечно же, хорошие соседи, которые, у которых, наверное, стоит много поучиться. Всегда хотел постоять с такими сильными соперниками рядом, посмотреть, как работает. Ну, молодцы. Дистанция у нас ловли одна, 120 метров. Сначала пробовали ближние, но откликов не было. Потом ушли на 120 и начали подлавливать. Много сходов в начале было, не разобрались с крючком, с поводком. Где-то килограмм 70 потерь есть за этап.
Ну, как бы 70 это там 10 рыб, в принципе, там, не, а то и 8. Но все равно сходы были и как-то вот так вот. У нас прикормка Халибут, Динамит, Экспанда и Стикмикс, Сиси Бейтс. Очень хорошо работают такие вот дымки, так называемые. Одна уже закончилась, мед. Уже обычным метком заливаем, как бы топчик считается. С попапа в оранжевый, желтый цвет в основном. Кормили 20-е бойлы, Сиси Бейтс, сквид, пелец и зерновые. Кормили много. Вот. Ну и кобра. Кобру с рук не выпускаем. Александр у нас на кобре. Он, ну сколько ты перебросал? Не знаю, ведра 3, наверное. Три ведра, это, ну, 35 килограмм мы брали, что-то такое. 32 или 35 у нас было. В этом секторе, я думаю, можно было больше наловить. Ну, не добрасываем. Уже, как бы, новые правила. Леска 0,26 у нас стоит. И, ну, 120-130 это очень-очень тяжело уже дается. Тем более ветер, боковая волна, дуга. Все этапы айронфиша, какие есть, я лично здесь, с первого, даже помню, как первый этап 9 команд приехало, запоминаются такие моменты. Ну, спасибо организаторам, спасибо Максиму Сальнику, Тарасу Чихману и всей команде телеканала «Трофей» за эмоции и развитие вам. Вы самые лучшие. У зоні Б половина команд протягом дня не доповнили свої результати, проте всі вони протягом ночі встигли відійти від нуля. Перше місце за результатами вечірнього зважування залишається за командою Carp Mix Dominant, яка зважила загалом 14 риб загальною вагою 99 кілограмів 900 грамів. На друге місце виходить команда «Гараж», результат якої налічує 7 риб 53 кілограми 260 грамів. Команда «Sound Squid» опиняється на третьому місці з таким самим результатом – 6 риб, 51 кілограм, 620 грамів. Спонсор «Зони Б» – інтернет-магазин «Carp Elite». У зоні С також суттєві зміни.
Стабільно добре протягом дня відловилася команда «Хмельницькі линки», яка наразі подала на зважування загалом 15 риб вагою 124 кілограми 180 грамів. На другому місці у зоні команда «Геофіш», результат якої наразі складає 88 кілограмів 840 грамів. Ранковий лідер зони команда «Баракуда» опиняється на третьому місці із результатом 11 риб 86 кілограмів 860 грамів. Спонсор зони – це компанія «Трапер». Передбачити результат другої ночі змагань у настільки мінливих умовах дуже важко, оскільки навіть незважаючи на значні улови, команди швидко змінюють позиції у рейтингах зон. Наступне планове зважування розпочнеться о 6:00.
ночные плоды. Все команды сильные, все настроены на победу, расслабиться не дают вообще. Приходится усиленно работать, очень усиленно. С каждым годом, ребята, мы все набираемся опыта, и происходит настоящее сражение гладиаторское, очень серьезное. Все команды сильные, очень сильные, ребята все молодцы. Все отрабатывают на 300%. Поэтому мы все совершенствуемся и работаем. Главное работать. Работать и много работать. Новим лідером у номінації «Big Fish» стає команда «Carp Method». Завдяки виловленому вночі коропу вагою 20 кілограмів – 980 грамів, за що також гарантовано отримує бонусний бал до загальної таблиці турніру «Iron Fish 2020». Всім привіт! Команда «Carp Method». Участвуємо в цьому році. Це для нас перший етап «Iron Fish». Турнір видався тяжелий. Зона вроде бы хорошая, но рыба вся находится в вершине, поэтому до нас она не доходила. Первый день хорошо сработала ближняя точка на 68 метров. Дальняя точка подлавливала, но хуже. Точки 130 практически не давали отклика. Программы были подобраны вроде бы, на наше мнение, правильно, но диалога с рыбой не было из-за ее отсутствия. Взяли бигфиш с кормового пятна на дистанции 110 метров. После вечернего закорма рыба была 2980, круглый карп, ну, сопротивления особого не было. Вываживали приблизительно минут 30, заходил в камыш, но мы его оттуда выводили. Спасибо организаторам турнира за то, что собирают нас. Ждем этот турнир, это такой праздник жизни. Много новых команд добавилось. Выступать становится сложнее, ребята все приобретают опыт. Уже не так просто достичь какого-то хорошего результата. Ну, что тоже радует, потому что все новые и новые команды вовлекаются в это движение. Ну, чем оно становится, борьба интереснее. Чем больше будет сильных команд, тем интереснее. Думаю, рыбка неплохая. Долго мы ее ждали. Ночью практически не было, только 10-200 взяли. И еще какую-то маленькую. А нам как раз, я думаю, не хватает килограмм 20 до первого места. Мы на втором где-то идем. И вот, я думаю, мы должны успеть наверстать с Божьей помощью. Ребята, рыба может зайти к вам в зону.
Игорь, смотри, там тычки. Если надо, я зайду в воду тоже. Самый ответственный момент, появился шок-лидер. Поддавливает малыш. Ты его видишь? Большой? Взял? Красавчик. Слава богу, есть, есть. Руки трусятся, хотя и ловим давно. Молодец, Игорь, 5 баллов. Етап номер 4, який мав місце на прекрасній водоймі Мар'ївка, що розташована у Донецькій області, нарешті добігає кінця, і саме час підвести підсумки. Поздравляю з окончанням 4-го етапу турніру Iron Fish. Звісно ж, давайте поаплодируємо друг другу. Етап був сложний, етап був рибний, у многих були нулі, але все одно всі справились, всі половили, і всі молодці великі. Поаплодируйте друг другу, звісно ж. Продолжаем хлопать и благодарим нашего генерального спонсора, торговую марку «Явора» «Нова Ультрамьяка». Конечно же, огромный аплодисмент торговой марки «Траппер Украина». Все для рыбалки. Конечно же, компании «Зенокс» бурные аплодисменты. Ну и интернет-магазину «Карп Элит» – лучший интернет-магазин с лучшими снастями для рыбалки. Ваши аплодисменты нашим спонсорам. Спасибо большое. Ну что ж, начнем с цифр. И цифры следующие. Общий вес чуть-чуть не дотянули. 2 тонны 917 килограмм 220 грамм. Аплодисменты! 351 рыба. Средний вес 8311. Вот такие цифры. Это круто. Ну и переходим, конечно же, непосредственно к награждению. Третье место зоны А. 352 килограмма 640 грамм. 13700, самая крупная рыба. Количество рыб 43. Команда Хайтэдж, друзья, ваши аплодисменты. Второе место. 401 килограмм 500 грамм. 16.06, самая крупная рыба. Команда Фэмили, ваши аплодисменты. 401 килограмм. Да, 47 рыб. Ого-го, как будто не они ловили. Поздравляю. Сертификат от компании Zemex, конечно же, на 2000 гривен. Памятный диплом. Как сами сказали, что ехали сюда за призом и бонусом. В принципе, с этим и уезжают. Ваши аплодисменты, Family. Первое место зоны А. 528 килограмм, 780 грамм, 16400, самая крупная рыба, 66 рыб всего. Карп, классик, Днепр! Ровненько шли на протяжении всего этапа, большие молодцы. Конечно же, сертификат от компании Zemex на 2000 гривен. И ваши аплодисменты, карп, классик, Днепр! Шестьдесят восемь килограмм 440 грамм, 12420, самая крупная рыба, всего 9 рыб. Саундскид, бронза зоны Б. Конечно же, памятный диплом и сертификат от интернет-магазина Карп Элит на 1000 гривен.
Второе место. 70 килограмм 440 грамм. 13 900 самая крупная рыба. 9 рыб тоже всего. Серебро. Fishing Time. Умницы. Сертификат, конечно же, от интернет-магазина Carp Elite на 1000 гривен. Памятный диплом и ваши аплодисменты. Переходим к золоту зоны Б. 119 килограмм 780 грамм. 13 360 самая крупная рыба. 17 рыб всего. Первое место зоны Б. Команда «Гараж». Умницы. Итак, зона С, третье место. 103 килограмма 780 грамм, 14 килограмм 740 грамм, самая крупная рыба, 11 всего. Feeder Strike! Почему-то все удивляются, что такое? Конечно же, сертификат от Trapper Украина на 1000 гривен, памятный диплом. И памятное фото, конечно же, аплодисменты, Feeder Strike! Третье место зоны С. Итак, второе место зоны С. 111 килограмм, 940 грамм, 10, 360, самая крупная рыба и 15 всего. Команда «Барракуда». Рукопожатие, сертификат за второе место и, конечно же, сертификат на 1000 гривен от «Траппер Украина». «Барракуда». Первое место зоны С. 122 килограмма 380 грамм, 12 508 самая крупная, 13 всего рыб. Очень сильно нагнали и большие молодцы. В принципе, как и всегда, Geofish, ваши аплодисменты! Вот это хорошо! А это все потому, что форма вернулась. Вот и на счастье вам. Сертификат от Trapper Украина, 1000 гривен, памятный диплом и ваши аплодисменты, Geofish! Ну что ж, переходим к самому интересному и к самому тяжелому, так сказать. Big Fish водоема был взят ночью у очень отличной команды, и это круто, что именно они его взяли. 20 килограмм, 980 грамм, карп метод, друзья, Big Fish водоема. Дядя Сережа знает толк в Big Fish'ах, это точно. Переходим к призерам, к людям, которые воевали со стихией, воевали с рыбой и дошли до самых главных кубков этапа. Третье место. Бронзовые призеры. 132 килограмма 880 грамм, 14 400, самая крупная рыба и 17 всего. Карп Микс Доминант, друзья. Вот так вот. Краешек сработал. Белая церковь. Вместе с Киевом, так сказать, дали результат. Красавцы! Памятный кубок за третье место. Ваши аплодисменты, Карп Микс Доминант! Второе место. Серебро. 257 килограмм, 440 грамм, 14 180, самая крупная рыба и 32 общее количество. Стабильно в призах. Умницы. Хмельницкие лунки. Красавчики. Конечно же, сертификат торговой марки Явора «Новая ультрамьяка» на 6000 гривен. Кубок за второе место серебром. Медали, конечно же, тоже. И ваши аплодисменты. Хмельницкие лунки. Стабильность – признак мастерства. Самое главное, страшные цифры действительно, и это было сделано за 3 часа, было сдано 250 килограмм, это было круто. Ну и как всегда, стабильно 626 килограмм, 240 грамм, 19 400, самая крупная рыба, 72 рыбы. Arctic Fox, ваши аплодисменты! Вот это мощь, вот это
Уважение огромное. Машины, настоящие машины. Кубок за первое место. Сертификат на 7000 гривен от торговой марки «Евора». Ваши аплодисменты, все медали, все аплодисменты сегодня для вас, ребята. Вы молодцы. Ну что, друзья, я вас поздравляю с окончанием этого замечательного этапа. Марьевка, как всегда, нам подарила огромное количество рыб. Поэтому до встречи на Кричевичах. Рад был всех видеть и до новых встреч. Спасибо большое. Пока. Общее фото, конечно же. Мы выходим, как всегда. Без этого никуда. Наступний етап проходитиме на дуже відомій та дуже красивій шемпіонській водоймі Кричевичі, Волинська область. Старт заплановано вже на 31 липня. Також у четвер, 30 липня, будуть проведені змагання з дальності закиду серед команд турніру. І нарешті ми дізнаємося, хто кидає далі з усіх учасників Iron Fish 2020 року. А після змагань відбудеться святковий банкет. Наостанок хочемо ще раз висловити подяку спонсорам ЗОН, компаніям Zemex та Trapper, інтернет-магазину Carp Elite та, безперечно, окрема величезна подяка за підтримку генеральному спонсору турніру, торгівельній марці Явора ультрам'яка Кленова. До зустрічі! Генеральний спонсор турніру Iron Fish – Явора. Нова ультрам'яка.